Вот они. В Москве дождь. Среда. И вот наши господа заканчивают дорогу отмывания денежек. И все у них прекрасно. Идет дождь. Можно наблюдать, видно не очень, конечно, хорошо. Я снимаю через стекло. А вот, кстати, капельки на моем окне. Вот. Ну, как бы. Нет, дождик видно. Почему именно в дождь? Вот почему? Я просто, ну, в каком-то непонятном нахожусь недоумении, скажем так. В чем проблема этих людей? Это же ляжет хреново. Качество такой работы, оно никчемное. Что это? Кто эти люди? Замечательное государство с замечательным руководителем, кто дает подобные указания. А еще лучше люди, которые это исполняют. Да, вон, синий пупларь там с лопатой. Ай, господи. Вот камикадзе, видишь? Жулебино, Москва.